поговорил со мной в 6 утра и спать дальше лег. Да все хорошо, ребенок. Да, Катюха, что, тоже не спит? Ну ладно, мы сейчас собираемся, выезжаем в сторону Тамбова. Сызрань, Тамбов. У нас сейчас трасса. Не потеряй. Ну, не хочет в Тамбов, но мне больше, я больше 500 километров, оказывается, не умею проезжать. Я очень сильно устаю, я проезжаю 500 километров, мне прям все плохо. Я падаю. Нет, а так мы поедем. Ты сейчас закончишь, когда второй курс. Мы поедем опять в вояж, только поедем в сторону югов, туда. Может быть, в Крым, может быть, там, в Геленджик. Ну, куда? Что, будем по очереди рулить. Там, знаешь, Катьку, ну, давай возьмем. Надо. Я боюсь чужих детей-то брать с собой. Это же машина, это же непредсказуемо. Понимаешь? Мне очень страшно. Тут наша семья, все понятно. За чужого человека ответственность, она десятерная. Мне потом, если что, ее мама не простит. Вот. А поэтому...